Здравствуйте. Если для кого-то выход в свет – это развлечение, то для меня любимая работа. Я главный редактор телеканала о жизни звезд ТВ-бульвар Анна Симонян. Этот выпуск мы решили посвятить стереотипам, которые существуют в различных областях искусства – моде, музыке и дизайне. Поэтому для Moscow Live сегодня я выбрала громкие премьеры, шикарные показы и модные вечеринки, где эти стереотипы не работают. Среди устоявшихся стереотипов понятие «мода» и «стиль» считаются чем-то единым и неделимым, так как часто используются вместе. А хорошо одетых людей принято называть модными. Это покажется забавным, но среди номинантов гламурной премии «Стиль года» ни одного модника не нашлось. Для кого-то из них мода – это образ жизни, а для других – чувство вкуса. И мне очень приятно, что я номинирована в журнале своей подруги. Говорят, что-то вручат. Вот сегодняшняя церемония. Что я легенда чего-то. Те люди, которых мы сегодня награждаем, они действительно являются эталоном стиля не только в том, как они выглядят, а в том, что они нашли свой неповторимый, актуальный, индивидуальный почерк своей деятельности. Стиль для меня – это все. Ну, я думаю, что... Ну, ничего страшного. А я могу... Осторожно, осторожно. Здравствуйте. Ничего, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас. И вас тоже. Не важно, просто... Горько. Да. Да я просто... Я люблю звезды собирать. Это найдется достойное место моей коллекции. Мода – это, вы понимаете, это тенденции, которые вот-вот свежие-свежие. А стиль – это все-таки... Понимаете ли, это такое, что внутри человека сидит еще с момента его рождения. Только Оксана Федорова могла пригласить меня на мероприятие и сказать: приезжай, потусуемся. В итоге я с самолета. Она охарактеризовала мой имидж как помойный кот. Впрочем, я именно так себя ощущаю сейчас на церемонии самых стильных людей. Я не могу сказать, что я там девушка, которая гоняется за модными тенденциями. И вообще я в человеке люблю как раз-таки не то, что он очень модный, не модность его, а его вот чувство вкуса. Здесь машины раздают налево-направо. Подождите, а что, я не достойна такого подарка? Конечно, достойна. Больше вот... Оксана, ты достойна Мазерати, понимаешь? Что ты делаешь? Я сейчас осознал, что когда я смотрю на женщину, она немножко приходит в горизонтальное положение, но не так стремительно. Когда за модой придерживаюсь стиля. Поэтому для меня стиль гораздо важнее, чем мода. Это разные вещи. Ян, держи. Это все тебе. И цветы, и сертификат. Ян, дорогая. Вот, пользоваться не обещаю. Сами знаете, почему. Почему? Ты лицо. Я лицо компании. Жене Плющенко подарит. Жене не может, он лицо компании, к сожалению. Что ж так? Диме тоже, он тоже компания. А может быть, а вы можете не лицо мазать этими кремами? Я думаю, что мы найдем достойного пользователя обязательно, но... Достойного пользователя на себе. Стильный человек, он не обязательно находится на пике моды. Просто важно отобрать из всего, что предлагает мода, то, что является твоим. Модных много, а стильных людей меньше.